above the world so high, like a diamond. Итак, дорогие друзья, я вас приветствую, меня зовут Иван, вы на канале Фолиота. Мы продолжаем играть в игрушку под названием Dead Space. Мы с вами в предыдущей части закончили убийство куколок. И что же нам надо сделать сейчас? Давайте посмотрим. Очистите атмосферу. Я расправился с куколками. Можно вернуться в отсек атмосферного контроля и запустить очистку воздуха. После этого откройте дверь на продовольственный склад, где засел Левиафан, мать его, за ногу. У меня уже сразу же, знаете, трясется что-то там. Что у меня там с аптеками? У меня я весь подраненный какой-то, то у меня вот есть лазерных, этих полно. Узлы я потратил на усиление импульсной винтовки. Так, давайте продадим, что у меня тут какая-то есть. Барахло всякое ненужное. Золотой полупроводник. Продадим. И нам надо купить аптечек. Аптечек, что она там у нас стоит? 5000, зараза. Дорогая. Не хочется мне тратить на силовой этот самый. На силовой, как он там называется-то, короче. Ну, я понял. Это улучшение. Да-да-да, вот этот силовой узел. Все-таки, да, силовой. Так, возьму я среднюю аптечку. Или малую, блин. Среднюю, конечно, покруче восстанавливать-то. А стоит он дешевле, если так, по сути-то, брать. Ладно, давайте возьмем одну такую. Одну такую. И плазменного. Барахла закупим. Так. Ладно, оставим оставшиеся. Ну что, пошлите дальше. Давайте подлечусь немножечко. Все, врубаем сейчас этот силовой баллон. Беру я свой любимый плазменный рюкзачок. Продувка вентиляционной системы. Восстановление уровня кислорода и азота. Продуктовый склад открыт. Спасибо. Только нам что-то не туда, да? А, все, понятно. Продуктовый склад. Что-то я очкую, ребята. Ой, очкую. Сейчас попрут со всех щелей, наверное. Снизу, сверху, сбоку и припеку. Отсек гидропоники, доктор Кросс, запись. Я не могу поверить в то, что вижу. Это безумие. Полное безумие. Да ладно, тебе не очкую. Я отправляюсь к рудной платформе. Да что ж вы у меня одни огнемет-то? Туда направились все выжившие, Джейкоб. Я буду ждать тебя там. Прям кого-то выкидываю его хоть на самом деле. Я меньше всего пользуюсь, мне... Ой-ой-ой, что это такое? Ух ты, тут еще дают аптечку. Типа, получается, я зря денег, что ли, потратил? Да не зря, конечно. Неизвестный антиген введен в фильтрационную систему. Вот сейчас этот все... Шелубин погибнет, я думаю. Подействовал. Он все еще дышит. Иди и прикончи его, пока он не заразил весь корабль. Так, ну что, сейчас придется, я чувствую, так с боссом, да, будет драться. Так, все, здесь больше ничего не надо включать. Еще, наверное, зона невесомости. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то мне это так все не нравится. Вот он. Ай! Сейчас как мне даст, зараза. Больно. Так вот по этим надо, я так понимаю. Тихо, тихо, тихо. Да тут... Ну вот я же бы не мог. Я живой еще? Живой еще, слава богу. Все, одна есть, что ли? Нет еще? Еще нет. Вот теперь есть. Ай-яй-яй, берем, хватаем, лечимся. Вторая пошла, да? Что она тоже?
Ай! Ну, блин. Блин, мне зато тут для огнемета кидают. Молодцы. Топливо. Вот, аптечка мне нужна. Ой, а что второй так быстро сдохнул-то? Я так понимаю, можно здесь еще двигаться. Ой, косой, какой я! Так, иди сюда. Фу. Ну, покажись, падла. Е. Или еще не Е. Нет, еще не Е. Чё ты меня заслёп? Так понимаю, надо бегать. Нечем. Да что ж такое-то, а? Я живой? Лечись, падла. Опять, что ли, они вылезли? Ну это вообще нечестно. Да что ж ты будешь делать-то, а? Блин, а чё тебя так много-то, а? Ты параша, блин. Походу, придётся чапать только, да, от него? Опа! Где? Ну, опять он меня, падла, забросал. Да что ж ты такая скотина-то, а? Только главное мелких уродов не выпускай. Что-то я как-то... Я думал, что так все просто. Лечись! Ты сдохнешь или нет, а? Что? Все, ура, ну наконец-таки. Вот гнида истрепал мне все нервы, а? Что-то у меня здесь ничего не валяется. Стазиса ноль. Ой, пардон. Отвлекли. Звонки телефонные. Отлично. Спасибо. Кремант, ты слышишь? Уровень кислорода возвращается в норму. А как бы мне... Черт! Опять исчез. Я не вижу сигнала его Икса. Придется выбираться самим. Моего У меня есть идея, как убраться с корабля. Я обнаружил аварийный маяк на рудной платформе. Если ты сможешь спуститься и включить его, мы пошлем сигнал бедствия. Ну опять что-то надо. Черт! Не знаю, сколько еще выдержит эта дверь. Так, знаете что? Мне надо вот эти вот вещи... пособирать все. Ибо тут я только что недавно видел, как он там называется-то? Как он там называется? Для плазменного резака патроны только что были здесь. Так, вот вижу аптечку. Следую вашим рекомендациям. Опять же, тут мне очень настоятельно рекомендовали побегать, пособирать. Ну, опять падает один огнемет, короче. Честно говоря, задолбало вот этот огнемет меня.
Так, ну и где там? Это что такое? А, это слякоть. Да, покосывал меня, конечно, изрядно, гнида. Зато есть аптечки. Хорошо. Так, а тут ничего не завалялось? Фу, какие противные от тебя исходят. Слушайте, ребят, я не понимаю, куда она пропала-то? Я же ее отчетливо помню, видел. Конечно же. Так, вот вижу еще аптечку. Так, сейчас подберу, подойду. Вот, вижу еще. Ой, слушай, тут полно всего валяется. Для лазерной винтовки. Надо, короче, пробежаться так по кругу. Да ведь? Будет мне счастье. Ни хрена ничего не вижу я. Вот она, ну наконец-таки. Ух ты, башка. Все? Или еще что-то тут можно будет соскрести? Так, да, вроде бы все. Ладно, все, пойдемте отсюда нафиг. Может еще баллончик зацепить. Зацепим, конечно. Всегда пригодится. На самый-то уж худой конец. Да, ну что ж, сразились зона с боссом. Аккредитации. Меня это прикололо, что я с первого раза его, в принципе. Так, это нам ничего не дает. Что-то у меня пресной винтовки тоже патронов не осталось совсем. Печаль. Так, я ведь все правильно иду? Короче, все правильно. Так, давайте-ка засейвимся от греха. Потому что у меня потом заново нету желания с ним бодаться. Так, а баблище у меня тут есть? Или я уже тогда еще все? Диджит-то у меня, наверное, нету нифига. Есть 1100 кредитов. Продать нам нечего. Лазерный магазин, блин. Ладно, пойдем потихонечку. Даже лечиться неохота, вот, если честно. Все правильно. Гоу, Джани, гоу. Так. Да, мистер Кларк, да вы крутые. Да, боюсь представить, что там во второй части с третьей будет. Не, мне уж там пишут все, пытаются там наспойлерить, что там будет. Я, конечно же, стараюсь это мимо все ушей пропускать, мимо глаз. Такая что-то туалет, наверное, да? Может, тут что-нибудь еще завалялось? Или я уже туда один там все собрал? Точно? Может, что-то просто еще подложили? Нет, подкладывать больше ничего не хватит, только кровь. Запекшаяся. А, нам на это, что ли, надо? О, все, голова заканчивается. Мать вашу сванку. Отлично. Здесь больше нечего взять, да? Да, к сожалению, больше нечего взять. Ну хорошо, это радует. Опасные примеси, мать.
Конечно, сохранимся. Шаг в пустоту. Что-то все больше и больше меня напрягает название. Тихо. Так, это мы, наверное, на новую локацию, да, уже прибываем на этом Ишимуре. Блин, Ишимур здоровенный, какой кораблище-то, а. Это наш единственный шанс выбраться живыми, Айс. На рудной платформе находится астероид, который готовили к переработке. Прикрепи к нему маяк, и мы оттолкнем его подальше от корабля, чтобы сигнал был четким. Чёрт. Маяк на инженерной палубе, астероид можно отгрузить из контрольной комнаты. Черт, контрольная заперта. Похоже, они держали аварийный ключ на перерабатывающей палубе. Могло быть и полегче, согласен? Не знаю, сколько еще продержусь. Могло бы вообще быть все по-другому. Опять мне баллончики суют. Приятно. Так, тут еще что-то вот есть. Силовой узел. Приятно. Так, теперь мы будем копить. На что мы будем копить? Улучшать жизнь, наверное. Кстати, какой длинный позвоночник, его, наверное, весь можно заполнить, да? Так, а что нам куда? Нам прямо, да? Ну давайте сперва здесь все облазим. А мы здесь не были еще ни разу, да? Ой, хорошо, коробочка села. Так, верстачок, чок-чок, пока. Там у меня один всего лишь модуль. Какой-то магазинчик есть. О, слава богу, патрончики. О, патрончики! Смотрите. Ну и кто? Что за бардак? Меня пытаются меня запугать-то как, а? Шелудивые. Это какой? А, все, пора лечиться, значит. Пора лечиться. Стоп, а нет ли случайно какого-нибудь... А, ну это нам только надо будет найти, да? Защитный костюм. А у меня, по-моему, уже и так он, по-моему, самый топовый. А может и нет, не знаю. Не буду. Так, все, топливо для огнемета нахрен больше мы не собираем. Все, пускай будет так, останется одно место. Че, вперед из песни, мать его, за ногу. Стоп, там еще что-то я пропустил. Да, вот еще прям в упор на него он смотрел. Блин, сколько же у меня уже этих. А когда вот доходит до главного, их не хватает, нихера. Что там у нас улучшить можно? Импульсную. Скорость перезарядки мне ваша нахер не нужна. Блин, одна штука. Всё. Ладно, оставим мы его. Лучше мало ли какая-нибудь комнатка интересная. Лучше туда ее. Так, ну что, пошли. Вперед, вперед, вперед. Гоу, гоу, гоу. Что-то валяется тут на полу всякое барахло. Только оно ненужное. Так вот сейчас, наверное, какая-нибудь падла обязательно будет. Есть у меня что-то такое нехорошее предчувствие. Падла есть, но это не та. А если не платформа почему-то недоступна. Посмотрим, можно ли это обойти. Да. И куда мне нахрен ехать? Определенно вниз.
Поехали на переработку. Йо. Что за... А! Вот подонок-то, а? Сейчас я тебе... Ух, блин, он еще живой, вы посмотрите, какая скотобазина, а? Так, вот здесь, конечно, не просто винтовка понадобится, да? Или уже не понадобится? Уже не понадобится. Фу, падла. Тихо. Говорит Темпл, я нашел Элизабет, но в этом проклятом ангаре нет ни одной шлюпки, пригодной к полету. Джейкоб, скорее! Мы должны найти маяк. Один точно где-то здесь. Так, вот плазменные хорошо. Деньги тоже хорошо. Это все. Что-то какая-то разветвленка опять. Разветвлял. Кто там опять? А, да что ж ты, зараза-то, сзади-то все время, а? Ты посмотри. Спи. Что-то не то я. Блин, я все никак не привыкну брать. А вот и огнемет понадобился. Все? Ах ты падла! Достиг таки. Да вы подлетите, откуда беретесь-то? Все? Еще вот последний остался. Сопливчик. Чертов. Опа, плазменный, хорошо. Прям со всех щелей, сволочи, а. Сам шелест меня это не пугает уже совсем. Меня это напрягает только. Они не такие страшные. Как казалось бы. Уже у меня уже плазменный ущерб, по-моему, на всю уж прокачан. Мне вообще бояться нечего. Так, ну-ка. Так, а тебя мы убрали, да, уже? А тебя мы брали, я еще здесь посмотрим. Все ли я тут обследовал. Так, что-то там нехорошее такое, да? Булькает так. А, это не булькает, что-то там горит такое. Ну так хорошо. Засейвимся и вперед. Из песни. Вперед из песни. Тихо. Что ж так пугаешь-то? Сейчас испугал. Ну дай что-нибудь, да? Вот зараза. А, магазинчик. Чё так много магазинов, когда у меня бабла нету? Вот вы что-то, ребят, не вовремя как-то их засовываете мне. Ситуация здесь серьезно ухудшилась. Сбой системы гравитации. Ладно, нафиг, не хочу я ничего читать. Так. Вот, у нас ведь есть бабло. Тратить я ему не хочу. И не буду. Аптечку, конечно, можно было бы. Давайте мы сейчас маленькую аптечку используем.
Ну, хорошо. Да, надо, блин, не знаю я, плазменную, не плазменную качать. Надо было, конечно, мне кажется, X качать. Так, а если сюда мы зайдем? Что-то не очень хочется сюда идти. А больше и некуда. А тут... О, как хитро я их тут выудил. Зона невесомости. Запор отсека переработки снабжен контрольным блоком. Если не восстановить гравитацию, он не откроется. Но ты не сможешь включить генератор тяжести, пока по отсеку летают эти объекты. Попробуй отловить их. Какие объекты-то? Ты о чем? Ну давайте сходим за объектами. Оп. Вот эти что ли? Кто? Вот ты нормально себя чувствуешь, алло? Ну крайне нечестно нападать меня со спины. Кто еще? Вот еще один. Ты еще живой? Бошку-то отстрелишь мне? Напоминание. Перед входом в комнату контроля восстановите уровень гравитации. Спасибо. Да-да-да. Опять мне. Ты посмотри, зараза, мне что засовывает. Так, слушайте, вот эти я отловлю, и что я с ними сделать должен? Может, мне тут подсказка какая-то есть? Ладушки. Ну куда мне его? Топос. А, наверное, туда что ли? Да. Аномалия уничтожена. Эй, не достает. Ай, кривой. Сопля. Тихо. Вот подонок-то, а я же вроде от тебя увернулся. Такой живучий подоночек мой. Спать. А все, отстрелялись, да мы? А с этого говнаря что-нибудь упало? Напоминание. Перед входом в комнату контроля восстановите уровень гравитации. Спасибо. Да-да-да, обязательно. Блин, огнемет дурацкий этот. Нафиг он не нужен, а? Кто? Так, ну чё, я камушки-то все? Напоминание. Перед входом. Нет, ещё не все, вон ещё не видно. Восстановите уровень гравитации. Спасибо. Куда ты так? Я ничего не понимаю, куда он так вот меня... А, он ходит просто по этой. Все понятно.
уничтожены. Ура. Гравитация может быть восстановлена. И где нахрен мне это восстановить? Да что ли, куда-то надо сходить? Давайте сходим. Чё? Ой. Напоминание. Перед входом в комнату контроля восстановите уровень гравитации. Спасибо. Нельзя. Напоминание. Перед входом в комнату контроля восстановите уровень гравитации. Спасибо. А, все, я понял, там пульт. Пардон, туплю. Напоминание. Перед входом в комнату контроля восстановите уровень гравитации. Да-да-да. Спасибо. Прикольно так бегать. Мне это иногда это, конечно, прикалывает. Так вот побегать. Необычно достаточно. По вертикальным этим. Так, все. Гравитация восстановлена. Гравицапа. Готово. Вот, а, идет опять. Опять сейчас эти поползут. Чертят это, да? Да что ты, сука? Затрахали, ей-богу. Все, хана. Не, ну это на самом деле бред, прям со всех щелей. Я даже не успеваю оружие переключить. Чуть не обкакался. Так, ну все, я теперь хотя буду знать, чего там ждать. Или мне опять сейчас эти камни надо будут. Зона невесомости. Набор отсека переработки снабжен контрольным блоком. Если не восстановить гравитацию, он не откроется. Но ты не сможешь включить генератор тяжести, пока по отсеку летают эти объекты. Попробуй отловить их. Да не этот объект, нахрен мне руку-то. Аномалия уничтожена. Аномалия уничтожена. Ну я очкую, я очкую. Ага, вот, подумай-ка. Ну откуда ты там? Скотина-то, а? Сейчас я с вами разберусь с катабазы. Че, не ожидал, что я так смогу? Где-то теперь есть. Вот он ты, да? На! Фух, хорошо. Так, что-то фейлы меня эти не радуют. Ауп, сейм. Так, где эти? Так, мы... Так, правильно мы вернулись? Вроде бы правильно, да. Где-то там еще. О, аптечка. Как-то я так ее пропустил в прошлый раз. Ты где-то... Фу, какую я глупость всякие пою. Так. Да куда ты? Вот теперь почему-то стазисный модуль оказался. Ай-яй-яй. Аномалии уничтожены. Гравитация может быть восстановлена. Гравитация восстановлена. Доступ в комнату контроля разрешен. Откуда они сейчас появятся, эти сволочи? Ну-ка покажись. Так, вот одного вижу, второго тоже.
все еще, что ли? Так, вот еще один бежит. Вася. Ну-ка, догони его, догони. Отлично. Так, вот еще один идет. Вот, отлично, отлично, отлично. Стой. Фух. Так, лучше придется побегать, я так понимаю, да, от этих друзей? Так, вот еще один. Ну куда ты там спрятался-то? Вот. Все? Опа, закончились. Ну все, хорош уже, ребят, давайте прекращайте тут переть-то на меня. Спасибо. А ко мне сюда. Так, сперва забежим в комнату, где надо использовать силовой узел. Так, и надо уже искать сейф, заканчивать сегодня. То что-то они меня уже достали совсем. Топливо для огнемета как хорошо подбросило. То ж не надо меня тут нападать так из-под тишка. Все, сейчас мы это все дело заинспектим. А, я уже здесь был. Только я... Хотя не топливо для огнемета. Так, сейчас я выкину что-нибудь. Эй, что-нибудь. Так, придется это выбрасывать. Угу. Ну и ладно, все, идем. Так вот, для плазмы мало. Что-то для плазмы прям вообще очень всегда мало. Тан-таран-тан-таран-таран-таран-таран-таран-таран-таран-таран. Так. Давайте-ка мне еще вот там коробочка одна есть. Ну-ну. А, все, мы уже в зоне гравитации. Не получится. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Гравитация включена, не получится спуститься вниз. Ладно, фиг с ним. Все. Все, идем. Дайте мне сейф. Пожалуйста. Такая вот укромненькая комнатка. Опять мне баллоны сует. Это ключ, Айзек. Он позволит тебе попасть в контрольный центр, откуда ты сможешь запустить астероид. Да, и не забудь сначала прикрепить к нему маяк. Тут у меня еще один отчет о безумии среди колонистов. Похоже, все началось после вывоза обелиска с планеты. Маяк, говоришь? Так, брошу нафиг я этот и возьму вот этот. Так, что, больше все? Больше все. Хорошо, я здесь снялась, больше все. Идем. Спасибо. Кто-то мне там все смсится сегодня. Ну, здравствуй, жопа. Ничего, что она закрылась? А, все, открылось. Фу, я аж испугался. Сюда, да? Пожалуйста, не забывайте своевременно перерабатывать отходы. Вот он, сейф. Спасибо. Да, это не вопрос. Так, друзья мои, все, пора на этом прощаться. Один разочек все-таки я зафейлил, но не ожидал. Надеюсь, вам все понравилось. С вами был Фолиот, всем до новых встреч. Как всегда, большое пока.